47 минут потеряли. Ну, еще немного. Ну, не могу я, товарищ комбриг. Не могу, понимаете, ни одной минуты. Вот. Седлай. Я седлать. Что с Алексеем? Что с ним? Не знаю. Я думал... Ой. Что вы, Любушка? Что вы? Ну, успокойтесь, Любушка. Ну, уже. Ну, успокойтесь, Любушка. Не надо так. Простите, Ваня. Я ведь думала, Алешка. Показался. Я пролетом. Уговорил летчика на полчаса завернуть к вам, повидаться. Да, чуть не забыл. Вот, Егору привез. Вы оттуда? Товарищ комбриг, не могу я больше! Прощайте, Любочка. Прощайте. Берегите себя! Прощайте! Любочка! У меня никого нет, кроме вас, слышите, никого! И я хочу, чтобы вы знали об этом! Знали! Никого нет, кроме вас! И Алешки! Да, желательно, генерал. Мне назначено на 12. Я предупрежден. Генерал вас ждет. Проходите, пожалуйста. Разрешите? Валяй. Узнал, старый черт. Не ожидал. Узнал. Ну, просто не ожидал. Садись. Здравствуйте. Здравствуйте, Люба Трофимова. Ваня. Ваня. Господи. Ванечка. Спасибо. Товарищ генерал-полковник, решите обратиться к генерал-майору Трофимову. Это что заявление? Разгильдяй. Внук. Вот оно что. Тебя как звать-то, Егорыч? Иваном, товарищ зал-полковник. Здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ зал-полковник. Совсем оглушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатываю, товарищ зал-полковник. Почему с чемоданом? Убываю в очередной отпуск, товарищ зал-полковник. Ах, убываете. Так. Не жаль, стало быть. За внучок хлопотать. Ванечка, пойди купи деду военный вестник. Военный вестник в киосках не продается. Я лучше так отойду. Ругайтесь. Я не желаю, чтобы Иван рос генеральским внуком. Не желаю, ясно? Ваня едет с нами. Это я велела ему прийти сюда с чемоданом. Нет, не едет. А немедленно отправляется обратно в училище. Пешком. С чемоданом. Отставить. Я как старший по званию, товарищ генерал, отменяю ваше решение. И приказываю взять этого замечательного внука с собой.
А ты не очень-то веселись. Ты у меня будешь каждый день полы драить. Есть полы драить! Держи, внучок, на память. Спасибо. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.